Доброе утро, друзья! Вы на канале «Все для клёва». Мы с вами очередной раз на рыбалке. Это у нас большая долина, такое красивое озеро. Сами посмотрите, прекрасное утро. И мы сегодня начинаем цикл передач, новый цикл передач. Называем их «Клёвое место», в которых будем рассказывать о водоемах, которые находятся в Одессе, в Одесской области. И не только в ней, но и в дальнем и ближнем зарубежье. Поэтому можете нас приглашать, уже заранее говорю, на свои водоемы. Мы обязательно к вам приедем. На водоемах мы будем проверять, какая стоимость, сколько можно взять рыбы, какая рыба клюет, какая водится, какие особенности этого водоема, какое дно. В общем, все вам расскажем, покажем, объясним. И свяжем с Настей. Значит, это будет информация полезна не только для одесситов и жителей Одесской области, но и всех дорогих моих подписчиков, уважаемых, и зрителей моего канала. Потому как мы будем рассказывать о особенностях ловли той или иной рыбы, показывать снасти, на которой мы будем ловить, на какую прикормку будем ловить. А это, в принципе, повадки этой рыбы одинаковые, и поэтому будет вам интересно. Друзья, мы знаем, что в этом водоеме, примерно знаем, есть толстолопы, белый мур и карп. Поэтому мы взяли свои убойные, скажем, прикормки, которые однозначно действуют, и знаем, что они достаточно эффективны. И вы видели это все в наших прошлых видео. Это Айпатикай Вулкан, раз. Fish Sport, попробуем Golden Carp, золотой карп, прикормка. И Fish Sport Green Carp, зеленый карп, горох, чеснок. Это основа. Также будем использовать взвешенную прикормку кукрабантот и наш любимый технопланктон венгерский, который очень любит местный толстолоб. В качестве насадки используем кук, вот такое вот взвешенное тесто разных вкусов. Будем пробовать то иное. Значит, есть у нас и мед, и чеснок, анис и так далее. То есть попробуем. Итак, вначале мы добавляем Айпатикай Вулкан. Для чего мы его добавляем? Для того, чтобы создать облако мути, чтобы создать столб из поднимающихся и опускающихся частиц. Это очень привлекает всю мирную рыбу, особенно толстолоба и карпа. После этого, если вы обратите внимание, по объему, в принципе, упаковки одинаковые, но только здесь килограмм, а здесь 400 грамм в упаковке. Это взвешенные частицы кук рабантот, то есть лифтинговая прикормка, которая как раз и поднимается вверх, то, что будет как раз интересно для нашей мирной рыбы. Добавляем ее примерно 30%. И наш любимый вкус для толстолоба — это технопланктон с запахом меда. Чуть-чуть добавляем его тоже. В качестве основы возьмем прикормку Fish Sport Golden Carp. Добавим ее примерно тоже грамм, вернее, процентов 20. Все дело хорошенько смешиваем, все ингредиенты. Получается такая розово-бежевая смесь. Вот. Добавляем водички немножко. Кстати, главное не переборщить с водой. Нужно добавлять воды понемножку. И сделать ее так, чтобы она только-только начинала липнуть к рукам. Все, заканчиваем, значит, добавлять воду. Еще немножко. Вот, уже еще чуть-чуть. Все, друзья, вот такая, в принципе, консистенция достаточно. Вот она уже начинает в комочек слипаться, этого будет достаточно. Друзья, ловим сегодня на удилище от фирмы Анаконда Silverfish Feeder Chameleon длиной 3 метра и 3,3. Значит, в качестве оснастки использую всенародно любимую крышечку от фирмы Потап, или полусфера, как она правильно называется, с одним крючочком. Вот такая вот интересная
А снасть, в которой мы просто забиваем нашу прикормку. Вот. На крючок одеваем это пенотесто. Попробуем с запахом тутти-фрутти. И вот так отправим нашу крысочку в водоем местный. На втором удилище буду использовать кормушку от фирмы Потап с отводом и небольшим таким поводком. Тоже забиваю ее нашей прикормкой и отправляем в местный водоем. Вот таким вариантом. Тоже берем осадочку. И вот так вот оно будет красиво у нас на дне водоема. Друзья, у нас поклевочка. Ой, хорошая. Хорошо. Друзья, супер. Хорошенький попался. Пока только куда он хочет, туда и идет. Пока туда, куда я хочу, он не пускает. Ну ничего, пусть он устанет, он сейчас набегается, устанет, он же большой. Вот. Уже идет к нам. Правда, не сильно хочет идти. Но идет. О, нет, смотри, убегает. Ничего. Самое главное, друзья, в этой ситуации, сохраняй спокойствие. Поверьте мне. Насладитесь, во-первых, этим моментом. Когда у вас в руках удилище, когда там, на том конце лески, хорошенький экземплярчик, просто наслаждайтесь этим моментом. Балдейте от этого. И не спешите его вытаскивать. Он будет ваш. В любом случае. Просто проявите немножко выдержки. Терпение. А между тем рука устает уже. Он ходит то туда, то сюда. Красавчик, красавчик, привет. Я думаю, что там мы не меньше пятерочки. Да, друзья, сюда стоит приезжать. Хорошенькие экземплярчики есть. Вот что значит хорошая оснасточка. Это наша крышка от Потапа. Работает. И настоящим водоеме работает.
работает и на реке, как вы видели в прошлых видео. Поэтому это эффективная штукенция. Друзья, там монстр сидит. Посмотрите, как на конечном этапе вываживания хорошо работает удилище. Смотрите, как оно гнется классно. Смотрите, как оно вяжет рыбу. Вы видите? Просто бомба. В таком варианте дубовые палки чаще всего приводят к обрыву снасти. Из-за резкой поклевки рыбы удилище кончик не отрабатывает и приходится терять рыбу. Главное терпение. Терпение, друзья. Пусть немножко фрикциончик нас отработает в сторону рыбы, ничего страшного. Мы его подмотаем. Главное не спешить. Не спешить, ребята. Мы его по-любому возьмем. Куда он бегает? Под воду лодки. Друзья, посмотрите на этого красавца. Ой, елки-палки. Это же монстр, ребята. Это монстр. Он в садок не помещается. Боже мой, какая красота. Какое счастье. Вы посмотрите на него. На нашу кормушечку. С отводиком. С одним крючочком. Тихо, ты мой красавец, тихо ты, сейчас мы тебя отпустим, сейчас все будет.
друзья. Тихо. Давай мы тебя перевернем чуть-чуть. Так будет лучше. Потому что маленький крючочек въелся в нижнюю губу. Вот он, друзья, смотрите, какой маленький крючочек. Ну не знаю, тут не пятерка, не шестерка, тут, блин, десяточка. Вот он. Вот, друзья, посмотрите на него. Это просто бомба. Посмотрите, какой красавец, а. Просто красава. Друзья, вот оно счастье. Вот это, ну просто счастье. Приезжайте с нами на рыбалку, ловите как мы. Все у вас получится, друзья. Я не могу. Ну что же, теперь его в садочек отправляем. Или лучше, наверное, в воду. Давайте отпустим его. Пусть погуляет. В честь сегодняшнего нашей годовщины, у нас сегодня, кстати, год нашему каналу, мы отпустим этого красавца, пусть живет и радуется, что сегодня у нас годовщина. Вот так вот. Ладно. Ну, друзья, плыви, сынку. Друзья, не прошло и часа, как мы поймали большого карпа. Благодаря такой небольшой кормушке от фирмы Потап с отводиком, небольшим поводком и насадкой кук. Значит, произошло это потому, что кормушка имеет большую проточность. И та лифтинговая прикормка, которую мы использовали, и насадка получается над ней. И получается, когда лифтинговая прикормка поднимается вверх, эту насадку очень хорошо хватает рыбам. Особенно большой карп, или толстолоб, или белый амур. Поэтому такая кормушка очень эффективна. Я вам рекомендую ее использовать. Фидерная пластиковая кормушка с отводом от фирмы Потап имеет широкое расстояние между перегородками. Это позволяет прикормке лифтинговой, которую мы используем, легко подниматься вверх. И наш крючок как раз находится в облаке мути, создаваемой этой прикормкой. Это и позволяет активно клевать большой мирной рыбы. Друзья, представляю вам полусферу, в простонародье называется крышечка, от фирмы Потап, которая состоит из самой крышечки, короткого поводка с острым крючком формы банана. Дальше идет вертлюжок, бусинка, флюрокарбон, опять вертлюжок, бусинка и литкор. Тяжелый литкор. Обязательно на крючок необходимо насаживать насадку плавающую, чтобы поднимала крючок. В таком случае крючок будет находиться в облаке мути, в которой будет создаваться прикормка, которая находится в крышечке. А флюрокарбон тяжелый вместе с литкором будут опускать всю снасть в вил, и получается, рыба будет видеть только горку прикормки, и рыба, подходя к крышечке, будет всасывать муть, и тем самым крючок вместе с невесомой, скажем так, наживкой попадет ей в пасть. Друзья, будем заканчивать нашу рыбалку, потому как грозовые облака уже подошли очень близко. Но расстраиваться нам не из-за чего. Мы сегодня отличились поимкой трофея, поэтому все классно. Что хочется сказать по данному водоему? Рыбалка стоит 300 гривен на 4 удилища, норма вылова 4 килограмма, есть мостики, карпы от 3 килограмм и выше отпускаются, те, которые меньше, можно брать, но до 4 килограмм. Плюсом данного водоема является то, что при вылове толстолобика эта рыба не считается в норму вылова.
То есть здесь выращивается белый амур и карп. Любая другая рыба, в принципе, сколько хочешь, столько и забираешь. Минусом вижу, что отсутствие урн для мусора и не видел ни одного туалета. Может, они, конечно, и есть, но я не знаю даже, где они находятся. Эти недостатки с лихвой оправдываются теми достоинствами, что здесь есть действительно крупная рыба. И адреналин, который вы получаете от ловли этих экземпляров, просто зашкаливает. Друзья, в честь годовщины канала мы объявляем конкурс на лучший комментарий к этому видео. У нас будут три приза, три удилища фидер хамелеон. И чтобы получить ценный приз, вам необходимо сделать три вещи. Первое – подписаться на канал. Второе – подписаться в группу Facebook «Все для клёва». И оставить комментарий под этим видео, в котором укажите, пожалуйста, чему вы научились за этот год, что бы полезного мы вам дали, какую полезную информацию вы подчеркнули и что необходимо поправить на нашем канале, чтобы он стал еще лучше. Три автора лучших комментариев будут награждены ценными призами. Если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Все для клёва. Ну, мы прощаемся с вами. До встречи, всего хорошего, пока.